Я видел несколько городов, где применялся арсенал Третьей мировой войны. Это Буковар, Сербия, Босния, сербская краина. Это два раза я видел Грозный, вот в этих дырах. И сейчас здесь схватки не шуточные. Здесь идет настоящая война на уничтожение. Разговор о том, что это какие-то небольшие группы, микроскопические соединения. Это все блеф. Здесь работает тяжелая техника, тяжелая артиллерия, танки, фугасы. И здесь идет война не на жизнь, а на смерть. Мы сегодня видели в этом районе надписи, что сначала Сирия, потом Россия, чеченцы, поднимайтесь. Тут воевал чеченский батальон. По нашей информации, 200 только татарских салафитов воюет под Дамаском. Несколько тысяч боевиков с Кавказа. Я думаю, что это прекрасные уроки для российского народа, для российских либералов, которые считают, что чеченское сопротивление – это борьба за свободу. Они хотят, чтобы улицы городов превратились в такие руины. Они не понимают, что здесь, в Сирии, сколотилась подвижная, многотысячная, мобильная армия, способная перемещаться из региона в регион и стирать с лица земли режимы. Эта армия, если не дай бог, она победит в Сирии, она пройдет насквозь Ирана и придет на Русский Кавказ. И поэтому война, которая происходит здесь, это война за русские границы, это за русские города. И отсюда есть не просто русские стратегические геополитические интересы, это борьба за русское выживание. Спасибо.